как раз чайник закипает. Тысячи за эту хуйню. Это по 30 000. Так, а ты готов нажать будешь? Я тут, да. Я на секунду отходил. Как дела? Пока не родила. Как-то так. Печально. Да. Как-то с другом повидался в школе. Посидели. Так, сейчас к вам зайду. Мы как раз успеем слить. Бля, первый точно, матч. У меня ж два пофиса с 20-42 установился. Он же пизда какой-то выше. Хз. Сам пощупал. Чем тут полез? Ну, мне типа все равно подарили как бы игру, поэтому. В смысле, подарили это стримеру типа или... Нет. На день рождения подарили. А. Ну, удачи. Удачи, брат. Че подарок? Новый батл. Новый. О, шо, Апекс. Батла первая, наверное, была одна из самых. Удачно. После нее все похужело. Однозначно. С нами так много складов, что я даже пока не собираюсь. Ясно. Да сука, у меня папа пиздила. Конечно. Всех контейнеров нет, может. Иду к тебе. Иди сюда, звучит. Продолжение мне нравится. Кам тут. Прыва. Ёпта, ноги. Со щержа. А это ты в архиве. Это я, ты. Какой тебя пересрал в моменте. Еще раз бью. Да. Едь наверх. Так. Так, ну я. Добивай, добивай. Я понял, что бегать с тяжами на тяжах у меня было одним решением. Блять. Стартер как стрепой стоит, ёбок. Корела, блядь. Не башься, пушка.
там повысить и башню сразу всираться. Может, протекал какая-нибудь хорошая зайдет. Один чел дропнулся вниз. Да, второй чел тут тоже. Второй чел над нами. Мистер. Наверх уже. А, наверх хорошо. За ним. Честно, по крайней мере, заработал. Тут я вот, ты берешь? Есть, спасибо. Ну только затвор если есть. Вот синего уж. Если найдешь бэкпак. Я бы взял. Убил почти всех в одну харю. Да. У меня 3 ассиста на 82 урона. У меня 7 киллов и 1144 урона. У меня бомба зомбика, я его почти все время. Только в последнем двум я взял рампагу. Я с него пиздец как раз дал, у меня только с ракеты вылетали. Почему? На бешеной скорости. Это хуйня будет яркой. Тут белый рюкзак есть. Да белый у меня есть. А, ну. Ну белый как бы по дефолту, он обычно. Нифига. Бежу найти надо. Ну, я имею в виду, обычно он валяется. Более-менее свободно. Постоянно нихуя нет рюкзака. Уверится где-то вот походу. Давай ульту скрыш. Антенна. А, туда. Антенна. Ты на английском играешь, да? Я на английском. Да, ты сим куда-то на центр. Не сильно снижаюсь. А, бля, ну, потому что здесь скорее всего нету кого, блять. Понимаю. Не сильно снизился. Жди, ты еще нахуй вниз упал? Иди ты, блять. Если кемпят нахуй на этой зипке. Ты ж не отменишь, тебя просто сбрет секунду. Тебя никто не кемпит, никого нет. Это пока тебя в жопу не накрывают, здесь банал. Это работает. Да, здесь труп, конечно, ноль чего, просто ноль. Тут было сиси сосиса. Так, надо все будет нахуй в зону, и походу пошли дальше в Журасик. Да. Двери не открыты. Может, конечно, закрыли. Вежливые люди закрывают за собой дверь. Ясно. Но мы это не вежливо. Не, я вообще буду вам скринтер. Лишь не закрываю нихера. Хочу через дом идти вообще. 80 квадов. Ну да, через дом такой. Что там, по-моему, стреляются? Праулеры на кого сыгрались? На нас? Наверное. Блядь, на ту хуйня будет, если не у нас спине. Пошли скорее. Пойди, дверь закрой. Будь вежливым.
Чего справа? Понял. Понял. Охуеть. Это твои шаги сзади прозвучали как чел спереди справа. Нормально. Классик. Да, блять, игра мечты, нахуй. Сделан инвалидами для инвалидов. Replicator entering orbit. Shall we head this way? Да, вот прям там. Подсос, не успеем, но хоть пофайтимся в конце. Класс. Тут маленький поребрик сраный. В виде деревяшки, лежащие на полу. А стой, они наверху, да, они наверху. Один чел на нас выбегает сейчас. Вроде там был. Если по манере бегать, там поближе подойти, используя дерево, чтобы укрыть. Пушка, он отдам. Пока на 60 хп. На 40. Ай, дайте укрытие. Рываны внизу где-то. Ресайд? Я как будто ресайд, да, слышал. Наверху может где-то вам проебать. У меня по ТП уходило. Понимаете, что происходит. Какая-то хуйта, брат. Или мы закрыли всех? Нет. Ничего. Не понимаю, просто куда они собрались. Я смог быть наверху. Нихуя, он не забыл. Кемпи зипку свою, к тебе, к тебе. Инспирешная. 78. Что, блядь, сзади? Сзади. Как там? Хиляюсь. Захинулся. Где он? Мой второго. Там. Взрывы. Там кто-то будет похуй. Кто-то тут, тот еще, блядь. Нет. Я слышал. Нет, ты броню свищешь, потому что у тебя нет нихуя этих штук. Но в действительности это когда человек умирает, такой звук падения появляется. Окей. Это старый баг, который они до сих пор не пофиксили. Не баг, а фича. Ну да. Пиздец, они нахуй закрысили нас, пока не помню, что произошло. Где рывал было. И так далее. А кстати, мы уходим. Туль-туш. Наебашь его сюда. Давай на цепу. А что происходит? Это стрельба? Нет, нет. Хайзи папа, я нихуя. Ему же в зону надо. Зипа не в зону. Ты она на наверх. Я бы не и... сказал. Ну нет, одинаково. Это обе халявные, блин. Ну, no. Ощущение, что я всего... каждый раз, когда я первый матч захожу, он всегда меня во второй тир пихает. В слабое лобби. Сто пудов крысит на дропе, тварь. Но иногда в слабом лобби еще попадаются. Вот мы и кто-нибудь еще. Типа, более-менее... играющие. Ну, просто странное совпадение, я периодически, ну, там,
два из трех разов, да, когда я захожу, первая игра всегда выигрышная, всегда халявная, каждый раз. Literally every fucking time. Не могу это объяснить ничем, кроме того, что есть несколько тиров в лобби по сложности. Да, по скиллу. Так и есть. Чего я внизу? Больно 60-й. По... без брони, пидорас. Второй, который. Тут Валя или кто она ушла? Еще идет. Не броню. Назад уходи. 44 отнял. Там чел сверху, блядь, еще обратно. Ты ушел за забор. Да. За забор ушел. Хорошо. Надо в дом сохраниться. Yes. Держу их на заборе, если что, там тоже Валя была. Да, да. На крышу полезу. Опа. Рываю аж 60 мяса. Шваб по кушке, надо пушить. Блядь, серьезно? Пушу рыбу? Нет, я не пушу, но я один. Где-то 20 отнял по валькире. Я и наваливаю, хорошо, уверен. Пойду сейчас пушить. Заебали летать. У меня, кстати, не было пинга практически. Ну, то есть... Не знаю, как мне сам присоединился. Немного... Поэтому это точно Европа. Да, это Европа, но я имею в виду как-то...